Тем временем 13 вопросов, касающихся разных сфер жизни жителей Якутска, обсудили депутаты городской думы. В повестке дня утверждение в первом чтении бюджета города, а также изменение правил благоустройства и стратегии социально-экономического развития. Подробнее расскажет Марьяна Кутукова. Правила благоустройства Якутск принял в числе первых трех городов России. Сегодняшние дополнения в эти правила касались обслуживания прилегающих территорий предприятий. Согласно изменениям, руководители предприятий должны заключать договоры с мэрией на добровольной основе. Изменения связаны с протестом прокуратуры. Раньше это было в правилах благоустройства, ну, независимо от желания. Второй момент. Что тоже немаловажно, мы предусматриваем, что в дальнейшем при заключении договора по обслуживанию прилегающих территорий хозяйствующие субъекты могут вносить свои предложения по использованию этих территорий. Это изменение депутаты Гордумы утвердили. Также единогласным решением впервые внесены изменения в стратегию социально-экономического развития, которая рассчитана до 2032 года. Вводятся новые приоритеты. Это в первую очередь эффективность управления городским хозяйством, своим собственным имуществом. Это развитие личности, то есть социальная сфера. 14 августа этого года был подписан указ президента Республики Саха-Якутия о том, что городу на до 2022 года будет выделено денежные средства в размере 50 миллиардов рублей. Сумма большая, и эти средства расписаны уже. И вот в свете этого тоже меняется стратегия социально-экономического развития. Что касается главного вопроса повестки дня, бюджета города, то депутаты дали оптимистичный прогноз. Собственные доходы растут. По сравнению с этим годом их будет порядка 8 миллиардов рублей. Дефицит бюджета снижается. Это около 370 миллионов рублей. Сумма менее 5% от собственных доходов. Структура расходов бюджета сохраняет основные параметры и в первую очередь направлена на социальную сферу. Сегодня мы рассматриваем бюджет в первом чтении, то есть утверждаем основные параметры бюджета, ее концепцию. Мы принимаем бюджет трехлетний, то есть мы сегодня будем рассматривать бюджет в первом чтении на 2018 год и на период 2019-2020 года. Трехлетний бюджет депутаты Гордумы в первом чтении приняли единогласным решением. Следующее обсуждение главного финансового документа города состоится в декабре. Марьяна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.